Короче, ребята, сегодня Пекси Даун написал мне, что он будет бороться со мной всеми легальными способами. И что вы думаете? Я ему на это ответил то, что пускай он поборется с писюном Олиота, а не со мной. Ведь он половой партнер Иновки, но его это не устроило, и где-то через 3 часа мне прилетел бан чата. Вот посмотрите, я пишу что-то в чат, отправляю это, к примеру, в общий чат, пишу через восклицательный знак, и все пишется в общий чат. Пишу в группу, и все пишется в общий чат, но этого никто не видит. То есть мне дали перманентный бан чата. Непонятно за что, и неужели фраза о том, что можешь побороться с писюном Олиота, стоит такой блокировки? Как вы думаете, ребята? А вообще, это все произошло после того, как мы опять зачистили все локации, и опять мы слили 3 раза этого Пекси Дауна, и он написал мне что-то в ПМ, а я ему ответил, что-то неприятное для него, то, что задевает все его фибры души, лицемерные и продажные шкуры и новки. Так что, не знаю, как вам еще донести какое-то создание, которое именует себя Пекси Дауном, что оно вообще из себя представляет и чего оно от вас хочет. Честно, не знаю, что еще добавить, но хочу, чтобы вы все знали, какая это мусорная крыса Пекси Браун, которая вот так делает и банит людей просто так, потому что он половой партнер и Новки, у него больше прав. Он может из-за того, что ему что-то не понравилось в чате, забанить кому-то чат перманентно. Реально, ребят, я не понимаю, как люди играют на этой помойке ров и терпят вот это отношение к ним, как к АФК-овощам. И то, что здесь вот такие стримеры, ублюдки, которые за что-то написанное в чате тебе по своей партнерской прерогативе могут дать бан чата перманентный и никакую ответственность за это не нести, так как они друзьяшки админов. Так что советую всем идти играть на Астериус. Вот чисто от сердца советую идти играть на Астериус и не тратить свое время на РОВ, если вы любите Lineage 2. Лично я здесь играю, потому что это уже дело принципа победить эту РМТ-мафию и вернуть привычный ход дела в ПК. Если, например, Иновка разрешит играть на фришках и делать там мувики, то я с радостью уйду на Астериус. Я не буду на этой гнилой помойке с хохлой РМТ-мафией и крышующей ее Иновкой играть. И вот этими эстонскими пидорасами, которые тебя банят за неугодные им слова, хотя они им угодные, так как они паровые партнеры Иновки, им нравится, наверное, делать то, что я сказал, за свои сертики и ПА.